Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин antilife.com.ua. Перед вами модель под названием iNew V8. Очень интересный смартфон, есть свои особенности у данной модели. Давайте рассмотрим комплектацию и коробку. Поставляется вот в такой вот модели. Модель называется iNew V8. Что есть в комплекте? В комплекте есть вот такой вот оригинальный бампер. К нему вернемся чуть позже. Есть пленочка оригинальная, пленка есть на экране, и зарядка, гарнитура и USB кабель. Больше ничего особо интересного здесь нет. Теперь перейдем к нашему смартфону. Эта модель необычная, необычный процессор у нее. Процессор MTK6591, это шестиядерный по 1,5 ГГц процессор. Эту пленочку можем снять и увидеть шикарный внешний вид данного смартфона. Он 5,5 дюймов, здесь Gorilla Glass 2, здесь IPS матрица, здесь HD разрешение. Он довольно-таки тоненький, около 7-8 мм толщина его. Вот такой вот внешний вид у смартфона. Ну, то есть изящный, такой классный. Главная фишка этого смартфона — это вот такая вот крутящаяся камера. То есть, как говорят многие, это смартфон для селфи. Камера одна, то есть фронтальной камеры здесь нет, здесь только датчики приближения освещения. Она на 13 мегапикселей, вспышка тоже очень хорошая. Еще есть особенность у смартфона такая, что вот видите, какой бампер у него. Здесь на задней крышке сенсорная панель, то есть можно управлять. Я об этом немножко позже расскажу. Для этого предназначен и бампер, чтобы можно было это осуществлять. Итак, спереди. Спереди у нас три сенсорных кнопки. Они светятся. Далее, разговорный динамик, датчик приближения, датчик освещения. Тут же есть индикатор пропущенных звонков. Сверху нет ничего. Сзади у нас камера 13-мегапиксельная, вспышка, логотип iNew, сенсорная панель, решетка под динамик. С этой грани нету ничего. Тут есть кнопка включения, выключения и качелька громкости. Снизу микрофон, разъем под наушники и микро-USB. Открою крышку, посмотрите, что под крышкой. Крышка у нас, так как в ней встроен тач, она вот такого вот формата. Здесь есть плата, здесь есть вот это вот тачскрин, соединение. На корпусе это все тоже есть, вот это вот соединение. Он поддерживает работу двух сим-карт. Одна симка большая, вторая микросим и стандартная SD-карточка. Аккумулятор для 5,5-дюймового дисплея 2400. Как показал опыт, как показала практика этого смартфона, более чем достаточно. Результаты нормальные. Смартфон живет довольно-таки хорошо с этим аккумулятором. По поводу корпуса. Крышка защелкивается отлично, нигде она не люфтит, она не трещит, не скрипит. Единственное, что вот на концах, там где вот такой она формы, ну немножко она подхрустывает, если нажимать на перегиб. Смартфон отлично реагирует, ничего не хрустит. По сборке однозначно плюс, смартфон получился очень классным, как по мне. Давайте посмотрим подробнее технические характеристики через программку Antutu. Модель набирает порядка 22 тысяч баллов. В архив я уже делал этот тест, не знаю почему он сбился. 21648. И теперь по техническим характеристикам. Здесь 4 Android, здесь 6591T процессор, HD разрешение, 13 камера, здесь гиг оперативки, 16 встроенных, есть слот под microSD карточку. Каждое ядро частотой работает 728495. Датчики, какие есть датчики? Мультитач, давайте посмотрим. Здесь 5 точек касаний, 6-я не поддерживается. Смартфон работает с OTG разъемом, то есть OTG разъем поддерживается. Датчик приближения, датчик освещения, GPS, компас, вспышка хорошая и поддерживает NFC технологию. Много чего здесь есть интересного. Прошивка 4.4 Android, сейчас вам это продемонстрирую.
Все на русском языке, все сделано классно. Вот это основное меню. Здесь оно разделено на 4 части. Что хочу показать. В принципе, здесь все тоже стандартно. Статус-бар, быстрый переход в настройки. Что в настройках есть интересного? Во-первых, в настройках есть интересность. Это включение вот этого вот заднего тачпада. Я специально сделал вам... показывать расположение курсора, чтобы вы могли видеть, что я вот сейчас по нему вот так вот вожу, и он, то есть он не работает на всю площадь тачскрина, он работает только в некоторых режимах. Ним можно сделать фотку, ним можно перевернуть, допустим, пролистнуть в галерее фотографии. Смотрите, вот сейчас покажу это вам. Вот я ним пролистываю. Можно движением сделать фотографию. То есть, ну, если честно, практичность этой технологии, этой функции, я не знаю, будет ли она пользоваться успехом. Как по мне, это не особо удобно, когда ты держишь смартфон, допустим, заднюю крышку, и ты просто в любом случае будешь дотрагиваться до той поверхности, и будет у вас на экране появляться что-то нажиматься. Мне это не особо понравилось. Дисплей здесь покрытием Gorilla Glass 2, здесь IPS-матрица, здесь HD-разрешение. Дисплей мне понравился, углы обзора довольно-таки хорошие. Сейчас продемонстрирую вам уровни яркости этого экрана. Вот минимальный уровень, вот максимальный. И давайте зайдем в галерею, посмотрим, как он отображает картинки. Экран большой, хороший, такой презентабельный. Углы обзора хорошие тоже. Здесь IPS-матрица и, скорее всего, OGS-технология тоже. И на темный экран, на темное изображение светлеет по диагонали. Это стандарт. Далее затронем вопрос о звуке смартфона. Звук внешнего динамика, в принципе, нормальный. Сейчас я вам это продемонстрирую. Он довольно-таки громкий. По поводу звучания в наушниках, звук в наушниках приблизительно такой, как и на 8-ядерных МТК, то есть звук среднего качества. Ну и разговорный динамик, микрофон, с микрофоном все отлично, разговорный динамик мне показался немножко тихим, по необходимости можно будет увеличивать громкость через инженерное меню. Касательно производительности, здесь 6-ядерный МТК-6591, частота его по 1,5 ГГц. Давайте смотреть, как он ведет себя в современных играх. Как мне показалось, с играми смартфон справляется в принципе хорошо, возможно, на некоторых участках немножко проседает FPS, немножко подглючивают игры, но настройки графики у меня везде были максимальные, поэтому можно немножко снизить и будет все запускаться отлично. С GPS-ом здесь никаких проблем нет, меня словил он кучу спутников, буквально там за короткий промежуток времени, сейчас вам это продемонстрирую. Вот, 47 секунд это было, словил спутники, все здесь в порядке. По поводу аккумулятора. Аккумулятор 2400 мАч, и вот какие результаты у меня получились. Значит, в игре с максимальной яркостью со 100 до 24, 1,54 часа, то есть до нуля где-то будет 2,5 часа. Нормальный результат для 5,5-дюймового дисплея. Antutu Tester показал 43,87, результат на уровне с Nexus 5.
В режиме воспроизведения видео чуть более 4 часов со 100 до 15, то есть до 0 будет 4,5 часа в режиме воспроизведения YouTube видео, то есть включенный Wi-Fi, максимальная яркость и плюс громкость. То есть с аккумулятором тоже все в полном порядке, он не супер, но он и не слабый. Теперь, что касается основной фишки этого смартфона, это вот этой вот камеры. Камера мне понравилась действительно, матрица хорошая, четкость, все круто, автофокус отрабатывает отлично. Фотки получаются классными, еще несколько фоток сделаю, покажу, продемонстрирую. Вот смотрите, сдалека вывеска и какая четкость, видны все надписи, то есть камера шикарная, как по мне. Меня камера всем устроила. Запишу еще видео, запишу для вас... Еще сделаю пару фоток и продемонстрирую, сможете это все посмотреть. Вот и все, в принципе. Вот такой вот получился смартфон. Модель интересная, называется iNew V8. Какие есть недостатки у этой модели? Во-первых, цена. Цена $250. Ну, я считаю, что довольно-таки высокая. Далее, мне бы хотелось в этом смартфоне видеть полноценный 8-ядерный процессор. MTK6592. Динамики, разговорный динамик немножко тиховат, и в наушниках тоже среднее звучание. Но это болезнь всех МТК 8-ядерных, я так понял, уже 6-ядерных. А так, все на должном уровне, дизайн мне нравится, очень такой классный, шикарный. Есть фишки с задней панелью, есть хорошая камера. Вот эта фишка, то что она может быть и фронтальной, это тоже очень круто, можно делать крутые селфи в шикарном качестве. С играми, в принципе, справляется смартфон тоже на ура. Ну и это белая модель, это такой женский, солидный вариант. На этом все, спасибо за внимание, всего доброго, подписываемся, ставим лайки, комментируем.